Уже известен состав сборной на спринтерскую гонку у женщин. 3 спортсменки выйдет на старт от Украины. Ирина Петренко 15-я, Юлия Джима 57-я и Анастасия Меркушина 70-я. Напомним, что у Елены Белосюк и Дарьи Блажко положительные тесты на коронавирус. А Валентина Семеренко после индивидуальной гонки отправилась домой в Украину. «Я долго думала и хочу дать шанс проявить себя молодым», – прокомментировала Семеренко. От сборной Беларуси на старт выйдут Ирина Лещенко 14-я, Анна Соло 16-я, Динара Алимбекова 24-я и Елена Кручинкина 71-я. За сборную ОКР выступят Кристина Резцова, 7-й стартовый номер, Ульяна Нигматулина, 36-я, Ирина Казакевич, 43-я и Светлана Миронова, 67-я.